Вы вину свою признаете? Нет, абсолютно. Это не является экстремизмом. Вы считаете, что суд прошел справедливо и объективно? Нет, несправедливо, не объективно. Я могу сказать, что Конституция у нас не работает. Демократия, о которой нас у нас заявляют во всем мире, ее просто нету. Ее нет. Мы не демократическая страна. Абсолютно. Мы не светская, не демократическая республика. Считаете ли вы ДВК и его лидера экстремистами? Во-первых, я не считаю эту организацию экстремистской. Во-вторых, я хочу пояснение дать о том, что... Қазақ елі бүгін әсетіміз шықты, аман есен, абақтыдан. Құмасын! И вот то, что я сегодня здесь стою, это большая часть заслуги, это ваша заслуга, на самом деле, потому что оно очень сильно влияет, и они очень сильно боятся гражданского общества. Да. Поэтому продолжать надо и в единстве силы. Вам огромное спасибо. Молодец, это тебе спасибо.